Саше Борисову всего 4 года, а он уже показывает мастер-класс по вождению ребятам, которые старше его на 8-10 лет. Освоил мальчик мини-мотоцикл этим летом, и теперь на площадке он выделывает действительно впечатляющие пируэты. Однако не все дети так мастерски управляют даже велосипедом. Сотрудники ГИБДД собрали учеников сразу нескольких школ, чтобы напомнить правила велоезды. На протяжении последних 4 лет у нас было снижение по показателям детского дорожно-транспортного травматизма, а этот год у нас пошел рост, и 4 года у нас не было детских смертей на дорогах в городе, и в этом году у нас было 2 смерти, и связаны они именно с велосипедами, поэтому мы усилили работу пропагандистскую именно с профилактикой ДТП с участием детей несовершеннолетних велосипедистов. Ребята 12 и 14 лет попробовали себя в фигурном вождении. К счастью, большинство из них участниками аварии никогда не становились. Во многом это заслуга родителей. Мне родители все время говорили, на дорогу не выезжай, ты еще не достиг возраста, чтобы выезжать на дорогу. Я вот так во дворах катаюсь с друзьями. А если на речку, то тоже дворами, такими путями. Кроме площадки, школьники еще прошли тестирование в компьютерном классе. Там они продемонстрировали свои знания правил дорожного движения в теории. Сотрудники ГИБДД считают, что такие профилактические занятия полезны в любое время года. Даже сейчас, в конце сентября, велосезон у школьников еще в самом разгаре. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.